Всем привет, друзья! Это Лига Есей, меня зовут Роман Сафронов, и сегодня мы вместе с Узаиром Абдураковым находимся в достаточно знаковом месте, из которого исходит, в общем, его прозвище Кочегар. Пространство стилизованное под это, но, насколько я понял, Узаир, здесь очень много общего, да, с тем местом, в котором ты работал. Да, согласен с тем, что тут у меня сразу триггерило, как зашел, лопату увидел, уголь увидел. Ну, это хорошо, что это котельное яйцо, а не я на работу заново вернулся. Ты говорил о том, что не хочешь вернуться туда. Почему, кстати? Ну, тяжелая работа. Кто бы хотел бы за 20-30 тысяч рублей уголь кидать по 20 тонн за ночь? 20 тонн? Да. Ого. Это тяжеловато. Ну, логично. Расскажи, пожалуйста, ты отмечал, что вот отверстие как раз вот сюда к огню, оно значительно шире, которого у тебя было. Да, где я работал, оно такое маленькое было. Небольшое, короче. И мы туда вот брали оттуда лопатой и сюда. Туда, сюда, короче. Взял 30 раз с левой руки, 30 раз с правой, короче. Но уголь замерзший всегда бывал, надо было кувалдой бить. То есть прежде чем бросить, нужно было еще и разбить, то есть дополнительные усилия прилагать? Ну да, он там, прикинь, минус 50 заходит, замерзший, его надо разбить, закинуть. Ну, целые такие замерзшие угли, они не горят. Угу. А как складывалась работа? То есть какой был график? Там, с утра до вечера, ночь? Кто с тобой был? Расскажи вот об этих нюансах. Ну, обычно на смену выходили 3 человека. Ага. А когда прям очень холодно, минус 55 градусов, минус 55, мы должны были трое быть на работе. Там весь прикол в том, что ближе к лету мы как делали? Один уходит на работу, через 2 дня другой, и через 4 дня получился третий. Mm. Ну, оттягивали, и много выходных получалось. Но зимой такого не получалось, потому что надо было, все 5 котлов работали. 5 котла там было больших. И один раз на работу прихожу, они пьяные спят, короче. Ну, тяжело было на это смотреть, особенно на меня, который один кидался, если этот уголь. Ну, один раз я его за шкиряк взял, я помню, люблю, говорит, 4 часа я тебя тут закрою. Говорят, он до сих пор не пьет. С тех пор? Да. Напомни, пожалуйста, историю. Первый твой рабочий день, каким он был и что тебе особенно запомнилось? Я не помню, на самом деле, первый свой рабочий день. Последний помню. Я в Москве был, когда мне сказали, что я уволен. Ну, из-за того, что я уже не приходил, понял, типа такого. Я помню свой где-то 4-ю или 5-ю смену. На работу я вышел, короче, ни еды, ничего не взял с собой. А надо было что-нибудь хотя бы взять. И я чуть от голода там не умер. А котельную бросить это невозможно, я один был в смене. Ну, тяжело было, потом домой прихожу я такой, 8 утра с 8 вечера, с 8 утра. Весь черный такой. И домой прихожу, я смотрю, они все чистые дома, аккуратные, короче, они. Я захожу, начинаю с этим Head & Shoulders, только смывал уголь. Другой шампунь не смывал вообще, короче. Реклама за Head & Shoulders. Контракт не отправить. Типа такая, да. Свяжитесь. Да. Только он смывает, а другой нет. Но если часто с ним купаешься, понял, он еще раздражать начинает кожу. И все, я вот так где-то минут 20 купаюсь. С меня вот грязь прям вот выливается. Выливается, и вообще так тяжело уходит. Вот так без сил подошел на завтрак, вот так сел. Я смотрю, они все такие чистые, аккуратные, а я там работаю, короче. И все, вот каждый день с этого дня такой тяжелый был, короче. Но он вообще отмывается, или ты все равно был плюс-минус в каком-то одинаковом состоянии? Ну, на ногтях оставалось. Мокрота была темная. О. Да, мокрота где-то 2 или 3 дня выходила. После работы, получается, после смены. Да. Скажи, пожалуйста, еще ты обмолвился о том, что это достаточно опасные были, не только тяжелые, но и опасные для здоровья условия для работы. Вообще, почему? Котельные вот эти, именно угольные, они стратегические объекты, и их контролирует ФСБ. Угу. Ты представь, если там 5 котлов сразу перестанут работать, и все, там типа трасса все замерзнет, и люди могут умереть. Ближайший город 400 километров. Ну, есть поселки маленькие, как бы, я думаю, они умрут в том смысле. Но как бы не было, это, прикинь, типа трасса замерзнет, если она лопнет. Надо лето ждать, пока все растает. Настолько так бывает. А я не рассказал про то, что когда вот бывает же такой, приезжаешь в город какой-нибудь, снег идет, он белый, пушистый такой. Приезжаешь в Якутию, он черный, короче. Вот. Ну, в белых кроссовках не походишь, короче. Хотелось бы. Да, хотелось. По поводу взрывоопасной истории. Ты как раз даже с братом разговаривал, уточнял кое-какие нюансы. Расскажи, пожалуйста, почему это еще может быть опасно для здоровья?
Опасно для здоровья, наверное, первое, то, что уголь, короче, у тебя, ну, мокроте внутри, первое, да. Я, если не ошибаюсь, после 10 или 15 лет работы сразу на пенсию выходит. Ну, надо уточнить этот момент, надо было спросить брата, я точно не помню. И еще момент такой, если циркуляции воды нету, там за давлением надо следить все время, вот так глазами смотреть. Если циркуляции нету, котлы начинают закипать и зарываются, короче. Сейчас, секунду, а то есть у тебя здесь какие-то еще датчики располагаются? Нет, они не тут, а. Датчиков тут нету. Тут есть только лопата и все. Лопата и тележка. А как ты следишь тогда за... Датчиком следишь там, короче. Ты 20-30 минут покидал, пошел и сидишь за датчиком, смотришь. Там такие стрелочки, да? Нет, какая стрелочка? Там не было денег на стрелочку. Там, короче, этот, ампула такая. Понял, обычный градусник. Да, короче, да, градусник да. Засунули обычно, да. И все, им смотрят. И если он падает меньше, я помню, 55, что ли, и все, сразу тебе диспетчер звонит и говорит, что у тебя там? Почему так падает у тебя температура? Дозванивались? Конечно, они там, если там что, сразу 2-3 машины отправляют. А приезжают люди, которые понимают, как работать, или просто которые готовы немножко взбодрить там тебя и рассказать? Нет, если он начинает закипать, первым делом, короче, надо углем закидывать, чтобы она остыла. Ты прикинь, циркуляции воды нету, они начинают закипать, и такой взрыв случается, что прямо от крыши подлетает. И типа трасса вся взрывается, ну, как это, вода проскакивает через трубы, и все замерзает. А были случаи, да, подобные? Ну, у меня брат работает, он до сих пор там разные вещи отправляет, что у него там происходит. Часто бывают такие вещи. Я сейчас ему как раз звонил, спрашивал, что почему. А это по какой причине происходит? То есть человек немножко забывает о своих обязанностях или что, или где-то спит? Ну, по-разному бывает. Если циркуляции воды нет, это значит, ну, оборудование, оно же тоже не вечное. Обычно от нее бывает, но самое главное, вот, не заснуть там. Ну, в этих котельных раньше, когда я помню, работали, ну, такие, как шабашку выходили они. Вот такой момент. И люди там пьющие, обычно мы говорим, редко, когда не пьющие были. Но люди такие, я не знаю, тяжелые все были. Какие-то определенные, покалеченные. С судимостями были, наверное, да? С судимостями не знаю, но покалеченные временем или такие, понял? Где там в жизни очень плохо все стало. Ты не видишь некоторой мистической здесь доли, что это некоторое очищение, знаешь, как огнем, углем, чтобы потом никогда не возвращаться к этому? Не, знаешь, это уголь есть уголь. Да, вот такой. Но у нас не такой был красивый, конечно. Тут даже он красивый. И не таких углей не было. Это прям высший сорт, короче. Наш уголь надо было минут 30, это лопата и бить килька, килей, или как это называется? Килька. Да, им надо выйти, чтобы он рассыпался прям. А так, ты знаешь, я вот, например, 7 месяцев край работал, да? Мне даже стыдно людям в глаза смотреть, которые 10 лет там работают. Я про это так рассказываю, типа это прям чудо какое-то. А так люди по 10 лет работают, им вообще там... А в плане звуков это громкое обычно? Типа там гул стоит? А в плане звука, насчет гула, вот когда котел начинает закидывать, ну, тогда бывает гул немного. А так, знаешь, в той котельной, в которой я работал, она была чуть-чуть отдалеко от поселка. Чуть-чуть далеко от поселка. И каждый раз, короче, я думал, сейчас медведь зайдет. Ну, всегда с собой что-то брал. А ты сам видел глазами диких животных? Белку видел. На охоту пошел. Тогда ты не страшно. На охоту пошел туда, пошел сюда, пошел найти, не могу ничего застрелить, взял белку. Ну там так получилось. Ты ничего? Я не живодер, нет. Ничего не сделал, я понял. Узаир, мы рядом с большой кучей угля. Скажи, пожалуйста, у меня всегда такой вопрос, мы когда выезжаем, вот так же с Азамом Гафоровым было. Оцени масштаб работ. Вот это насколько все примерно? Времени и сколько здесь... Ну, очень приблизительно там тон угля. Ну, я не знаю, это очень качественный уголь. Ага. Премиум качество, люкс, наверное. VIP. Да, VIP уголь. VIP уголь. Да. Как все любят, VIP. Ага. VIP уголь, он, наверное, очень дольше горит. Но у нас чуть такое слабого качества уголь был он. Ну, и за смену минус 50, 20 тонн на 5 котлов. А здесь? Я думаю, тут 3 тонны где-то, или даже 2. 3 тонны, наверное, максимум. Но качество хорошее, плотное. Оно, наверное, тоже надолго горит.
То есть, условно говоря, ты бы перебросал это, если ты говоришь 20 тонн за смену. Смена сколько длится? Смена длится 12 часов. 12 часов делим на, знаешь как, на троих или на двоих. Ага. Да, ну 20 тонн, ну, за ночь одному тяжеловато бывает. Плюс-минус по 7 тонн, короче. Ну, здесь где-то часов на 5 работы, да? 4-5 часов. Да, троим. А, втроем даже? Втроем на 12 часов. О. Это тяжеловато, знаешь, поначалу, вот, когда кидаешь вот первую неделю, короче, тяжело, короче. У меня до сих пор руки вот такие здоровые вот тут. Ага. Именно, знаешь, как вот левая и правая, короче. Вот именно вот эти. Я когда пришел в спортзал, на одной руке подтягивание делал. У меня даже видео есть. Слушай, а мне кажется, еще когда делаешь, широчайшие работают. Ну, то есть получается, как бы... Да, забрасываешь такой... уголь. Я не знаю там, какие еще должны работать. Ну, и я с одной рукой подтягивался. У меня видео даже есть на телефоне, я позже покажу. Ну, тяжелая работа, конечно. 20 тонн за смену. Mm-hmm. Я сейчас... Мне скажут, иди 20 тонн сейчас перегрузи. Я что только не сделал, чтобы это не сделать. Но ты не раз говорил о том, что нагрузки, которые ты получаешь в боях и в тренировочном процессе, это все просто меркнет по сравнению с тем, что было до. Ну да, там, знаешь, именно котельник, когда работаешь, у тебя появляется желание смотреть дальше. Да, не знаю, почему у них не появилось, у всех, кто там работает. Там молодые пацаны по 10 лет работают. Я думаю, что вы забыли тут, а? Типа в котельной, это угольной, тяжеловато. Можно же все то же самое заработать, только 2 раза легче, или 5 раз легче. Не знаю, мне там бой предложили там на турнире, я все с радостью, чтобы просто картину поменять. И вот так, короче. С первой недели у меня не было, потом 10 дней не было. Вот так, вот так, вот так. По первой возможности, как только чуть денег собрал, сразу Якутск перебирался. Uh-huh. Я помню, я первые 50 тысяч собрал. Uh-huh. И уехал в Якутск, короче. Да. А долго собирал, кстати, эти 50 тысяч? Как вообще тратятся деньги? Там же, наверное, по большому счету не на что тратить. У тебя котельная и дом. Больше, наверное, из развлечений-то ничего. Ну, кола маленькая сколько стоит? 150, что ли, или 100. Uh-huh. В то время было. Хлеб 50 рублей. Ну, такие цены, понимаешь, сумасшедшие. У нас в селе Дагестане на 10 рублей хлеб стоит до сих пор. Mm-hmm. Да, и две вещи, три вещи, все 1000. Чисто на продукты. На продукты выходило 100 минимум. Да. У тебя выходит так? Ну, сейчас, да. Сейчас, в Москве, да. А, там... а я тогда, когда 18 год был. Ты прикинь, 100 чисто на продукты. Там у них дорого. У них, у меня там якутский, когда у них говорю. Uh-huh. Я помню, я захожу, короче, они зимой клубнику кушают. Mm-hmm. Я подхожу там у этого хозяина магазина, его там Ислам зовут. К нему подхожу, короче, я говорю, клубника, говорит, ма, возьми, говорит, 3000 килограмм. Понимаешь? Черешня 5000 рублей за килограмм. Вот так зимой. Ну, вся вот эти, как его, фрукты, овощи, все с Китая, короче. Там какой бы комбо салат не сделал, короче, вкуса нет. Ну, мы за уголь болтали, мы за это ушел. Нет, это на самом деле интересно, потому что как бороться? Ну, подожди, ты получал, ты говоришь, 20-30 тысяч рублей. Да. А как ты жил на 100? Знаешь, есть люди, которые так, один закинет, второй, и в основном брат мне помогал. Брат помогал, он мне отправлял, он мне билеты покупал, он там жена мне помогала, как бы не было, свои деньги там вытаскивала. Угу. А потом я все, короче, взял в свои руки и начал сам пробовать. Короче, там общаться, тут общаться и пытаться куда-то попасть, короче. Ну, через кого-то договариваться, это испорченный телефон, для меня всегда это было. Слушай, ну ты сейчас воспринимаешься как боец, который вот в лиге, ну даже внутри, значит, сотрудников и так далее, воспринимаешься как боец супермотивированный. Типа, вот позвони Узаиру завтра, он 100% будет готов. Правда это или нет? То есть на полном серьезе ты сколько раз готов в год выступать? Вот при условии того, что у тебя нет серьезных травм и с тобой все в порядке. Ну сколько я боев провел за полгода? 3 боя. 2 боя. 2 боя провел, и вот сейчас у меня через 1.5 месяца 3-й бой. У меня вообще вот мы сидим, разговариваем с моим другом, короче, ну спонсором тоже. И мы, короче, когда только все подписались, он говорит, что до Нового года сможем 3 боя сделать? Я говорю, да, мы должны сделать, короче, 3 боя. Мы сделали первый бой, я помню, март был вроде, апрель. Uh-huh. Март-апрель, 2-й бой, август. 3-й бой, я им говорю, декабрь сделаем, потом следующий февраль-март. Он говорит, давай, попробуем. И все, мне уже не дают бой, короче. Я думаю, ай, блин, оттягивается. Звонят за 2 недели. Устар, говорят. Я говорю, не, я не подерусь. Я нахожусь в Дубае,
перелет, акклиматизация и подготовка. Ну, тяжеловато было. 2 ноября предлагали. А я отказался, короче. И потом Асланбек пишет. 15 декабря. Стар готов. Все дела, короче. Там уже отказываться не вариант было. И тут такая ситуация. Там, в этом бою вообще трэш-тока не будет. Просто хороший бой, наверное, будет и все. Условно, план на следующий год. Сколько боев в идеале провести бы? В идеале провести бои. Я не знаю, знаешь как. Я вообще всегда держу форму. Всегда держу форму. Мне обороты набрать там 3 недели хватает. Я просто не даю себе очень сильно расслабляться, как бы не было. Я вижу, как парни после своего боя по 2 месяца в спортзал не приходят. Потом вот с такими животами заходят. Ну и 4-5 месяцев форму не могут набрать. Вот это вот для меня очень странно, почему они так себя запускают, и как бы не было. Я мотивирован именно, знаешь, чем как-то вписаться в историю, как-то своим именем как-то что-то сделать. И не грязно это сделать, понимаешь. Не знаю, мне на мной руководят, наверное, чувства в основном. У меня один парень когда зашел и говорят, Узайр, бороться будешь в бою, говорит. Я говорю, буду, не буду. Ну, типа там, с Кошкиным мне когда говорили, почему ты не борешься. Я-то им не мог объяснить, они меня бы не поняли. Мной просто руководят чувства. Понял, я дерусь ради чувств, короче, которые там происходят. А не так, чтобы прийти, побороться. Ну, как бы говорят, как торчичное чувство. Понял? Я про тебя говорил, что ты по базе борец. И тот человек из серии «бороться умею, но не очень люблю». Это правда? Ну, если рубка в борьбе, то можно. У меня брат есть, вот так он со мной вырос, ну, как и он, троюродный. И прям с детства я его сперва на борьбу таскал за ручку, так, я помню. Потом я приезжал, мы с ним бегали потом. И я вот сейчас, 3 года мы с ним каждый день боремся. Поначалу я ему там убивал его там, а сейчас еле как бал беру, знаешь. Он вырос уже здоровый, вольник, сборник, все дела, короче. И на сегодняшний день этот парень очень сильно помогает мне в борьбе. Мы с ним каждый день там боремся. И вот с ним бы я бы поборолся бы везде, короче. Ну, у нас вот так, как кошка с собакой, короче, понимаешь. А так залежать, там кого-то держать, вот так не бить, это вообще не для меня. Ну, ради там какой-то победы. Проиграю, что это, я не волнуюсь от этого. Я когда Мерди Дакаева проиграл, тоже я с улыбкой домой ушел. Знаешь, я тот день, короче, когда с Мерди подрался, я сделал максимум, что смог. Там такой серьезный бой был для меня. Из 100% я на 120 выложился, больше не смог сделать. Да, и, знаешь, я с улыбкой домой ушел, как бы, и 5 раундов подрался, для меня это большой опыт был. Я любой день могу проиграть, я могу Устару проиграть, или там бойки там мог проиграть Кошкину. Я за это не смотрю вообще, я вообще по барабану проиграю, выиграю, ради чувств выхожу и всегда что-то получается выигрывать. Но у меня зато не волнуюсь тем, что у меня вот тут не горит, типа, а сейчас перед кем-то проиграю, вот этого нет у меня. Я часто сталкиваюсь с тем, что бойцы многие за это переживают. Расскажи, пожалуйста, твой идеальный день 15 декабря, каким ты его видишь от начала до конца? Чисто прийти. От души подраться, по рукам дать и скинтоваться. А сейчас вы друзья? Нет, ну, не то чтобы друзья. Вообще, Устар золотой парень. Да. Я в том смысле, я только начинал, и он в магазин заходит, и он глазом увидел, что я там только... Я там 1 бой или 2 твои провел. Он вышел, поздоровался, там, пообщался, короче. И у меня, прикинь, как у начинающего бойца, сколько лет прошло? 7 лет, я до сих пор это помню. Ну, для меня тоже кайф. Мог ли ты тогда подумать о том, что тебе предстоит встреча с Устаром? Тогда не мог. А вот когда я приехал вот 9 месяцев назад посмотреть их бой с этим Туменовым, я вот далеко на трибунах сидел и снимал даже, я Устара закидывал. Да, и я сижу, и вот друг со мной сидит, я с ним разговариваю, я ему говорю, слушай, говорю, ты представь, я сейчас если газану, я же могу тут газануть, я же могу до титула добраться, вообще проблем нету. И он такой сидит, ну да, в принципе, там, я же тоже не дурак, знаю свои возможности и знаю, как идти, да, как что, не, постепенно надо добираться наверх, надо что-то опыта набираться тоже. И он говорит, ты сможешь по-любому, короче, и доберусь до титула, говорю. И даже когда первый бой проводил, короче, он мне говорит, ты по-любому дойдешь, типа. И
Ну, до титула я еще не дошел, но уже дерусь первым номером, короче. Именно с тем человеком, который прям замотивировал, короче. В любом случае, для тебя это важный поединок, потому что ты с Устармагомедом виделся, и он был твоей, скажем так, ну не целью, да, но ролевой моделью, да, отчасти получается. Ну, знаешь, что меня именно замотивировало? Когда он упал, мне очень жалко стало его, знаешь, в этот момент. Он очень сильно дрался, ну, очень хороший бой тогда провел. И там на 20 секундах там упал, короче, у меня в душе такой осадок остался. И прям такое желание загорелось, прям добраться до Альберта Думенова, короче. Ну, как бы не было, знаешь, но на сегодняшний день дают тоже Устара, понял. И тот момент прям, очень, прям осталось внутри, понял. Я еще друзьям звоню, я доберусь до него, говорю, 100%. А еще мне друг говорит, надо забрать этот поезд в Дагестан, говорит, забрать. Ну, жалко, что... Надо еще с Устаром подраться, чтобы его забрать. Не как... жалко будет, если, вдруг так случится, что он упадет и упадет там, примерно в таком же стиле? Я тоже могу упасть. Это очень провокационный вопрос будет, нет? Как он вчера сказал? Такие странные, тяжелые вопросы ты задаешь. Он приехал, два слова сказал и уехал. Ну, в любом случае, мы желаем тебе удачи. Надеюсь, это будет зрелищный поединок. Да, надеюсь, это будет зрелищный поединок. Один уголь с собой заберу, давай. Я хоть тебе покажу, какой он нормальный уголь. Не, вот такой угля не было там никогда.